Next stop, Shaw Street. Ночи. Итальянский ресторан. Не так все плохо. 9 часов вечера в Торонто. Вечер. Я еду сейчас по улице Квин, улица Королевы. Как я люблю эту улицу. Claremont Street. Я просто люблю эту улицу, я люблю все, что касается Квин и Кинг, Королевы и Короля. Это две шикарные улицы в Торонто. Немножко хочу вас запустить в мою жизнь. Ночные улицы Торонто. Немножко пустынные. Обычно куча людей. Но вот что значит ковид пришел в жизнь. Вот выглядит все это дело, когда едешь в трамвае. А вот она и я. Ужасно. Люди гуляют у нас. Сколько у нас сейчас? 9 вечера уже? Или 8? Ну классно, нормально еще. Ромашки посадили, представляешь? Такая красота, прелесть. Так, мы опять с подружкой пришли на наше любимое место, где собачки. Собачки это все. Колокольчики. Белая герань, первый раз вижу, обычно красная. Как интересно. Бульдонежики, или как их там, я не знаю, называют. В общем, цветочки. Летняя пора. Около домов. Здесь немножко и не городских цветов, а сорнячков. А городские цветы. Красивые лилии. Просто прелесть. Такая вот сексуальная